Всем привет! Мы начинаем с вами новый влог, и начать я его хочу вместе с вами с распаковки моей очередной посылки StickyTex. Все ссылочки, все ссылочки я вам оставлю в описании на товары и также в закрепленном комментарии. И, кстати говоря, я сейчас в последнее время не пользуюсь тушью для ресниц, просто оформляю лицо, потому что тушь, она сейчас любая отпечатывается при больше 30 градусов у нас жары. Волосы я, соответственно, тоже не укладываю. Вот моя стандартная прическа. Это крабик. Очень, кстати, удобно. Сейчас покажу то, что я заказала. И также мне пришел купальник с Wildberries. Какой я оставила, вам тоже покажу. Шлепки я заказывала. Нашла то, что я хотела. И также средства для волос, которые я уже протестировала. И могу вам как бы, рассказать и показать, в общем, отзывы. И если вас интересует, то оставайтесь со мной. Итак, первое, что я вам покажу, это вот такой вот комплект хлопковый нижнего белья. На сайте он смотрится как просто розовый, но в жизни он в такую вот красную полоску, белая на резиночке. Белье StickyTex мне нравится, приятное к телу. В общем, никаких нареканий у меня нет. Так, это у нас Натали 46-48. Вот такие трусики. И топ. Топ у нас выглядит вот так. Без чашек. Тоже 46-48. Состав, модель. Цвет, полоска. И вот код 66-76. И сзади тут у нас шовчик. И точно такая же резиночка, как и на нижней части. Дальше. Я заказала в спортзал вот такие вот носки. Они у нас идут размер с 23 по 25, три пары, хлопок, полиэстера и эластан. Они укороченные. Так, сейчас я открою. И с какой стороны открыть? Подождите-ка. Опа. В общем, вот так они выглядят. Они не сильно плотные, но и не сильно тоненькие. То есть вот так вот будет фиксировано на ножке. Не длинные, но и не короткие, не укороченные. В общем, вот так. Это у нас темно-синяя полоска. Это у нас такая коричневая кремовая полоска и зеленая. Да. Кстати, вот эта зеленая шикарно подойдет к комплекту, который я заказала отдельно в спортзал на лето. Это, в общем-то, вот такая вот майка. Есть она рыжего цвета и зеленого. Вот видите, как она? Опа! Хорошо пошло. Конечно, что у меня кроссовки розовые. Ну, ладно. В общем, удлиненная футболочка. Из вот такого достаточно плотного материала. То есть, это не супер тонкий он. Размер 48. Состав хлопок лайкра вискоза. Это у нас Натали. И сзади у нас с вами сетка. Вот так это дело выглядит. Сеточка по всей спине. Класс. Мне прям нравится. Так, и вот такие вот шортики. Шортики взяла побольше, чтобы они чуть-чуть посвободнее были. Вот такие, видите, это все одной композиции. Там можно все это спокойно собрать. Хоть с шортами, хоть со штанами. Так, тоже вискоза 92%, лайкра 8%, размер 50-й. Резиночка тут достаточно широкая. Кармашков нет. Так. Блин, сейчас надо закрыть, да? Этот. Траву косят, и не слышно ничего. В общем, вот так они выглядят. Они укороченные, ну, немножечко в обтягончик мне будут, потому что сама по себе модель маломерка. Вот так. Ну, и они рассчитаны как бы высокие, чтобы удобно было заниматься спортом. Далее я заказала платье очередное. То я прям обожаю, но это более плотное, черного цвета. Сейчас, ну-ка. Но задумка точно такая же, как и у кого? Как и у предыдущего моего в горох платья. Размер у нас 48-й. Состав полиэстер и спандекс. Вот, поэтому я говорю, оно более плотное. В офис оно прям шикарно будет применено. Вот тут у нас такая вот история под грудь, но оно само по себе прямое. Резинки на
манжетах и на плечах. Можно спустить там при желании. Создаешь такой вот фонарик. Вот. Сзади молния. Вот так это дело выглядит. Тоже у нас Натали. Смотрится хорошо. Есть еще такое в красном цвете. Но вот мне захотелось именно черное. И заказ для моего папы. Он попросил ему заказать вот такую вот безрукавку. Вот так она выглядит. Кстати, в мужском отделе очень-очень много вещей. Для молодых парней, для мужчин постарше. В общем, это у нас 56-й. Вот, смотрите, состав хлопок. У него наподобие такой же безрукавки майки был. Ну, в общем, он ее затаскал и попросил точно такую же заказать вторую. Вот я заказала очень-очень приятный материал. И футболку ему взяла, только не красная с белыми буквами, а наоборот, белая с красными буквами. Ну-ка. Вот так она выглядит. Классная. Тоже 56-й взяла, цвет белый, хлопок. Такие вот манжетики. Супер, мне прям очень они понравились, эти футболки. Будет с удовольствием носить. Но муж у меня вот именно с такими надписями не очень любит, поэтому я ему не заказывала. А папа обожает. Так, я приду с дел со своих и примерю вам платье и форму. Да, все ссылки оставлю. Это, к сожалению, не смогу примерить. Форму, может быть, даже в спортзале покажу. Посмотрим. Вот. И что? Все ссылочки оставлю. В закрепленном комментарии тоже будет ссылка на сайт Tikitex. И сейчас я вам покажу свой купальник, который я заказала на Wildberries. Не спрашивайте меня. У меня была идея фикс. Мне захотелось именно красный купальник с Coca-Cola. В общем, взяла раздельный. Слитный я тоже заказала, но он мне большой оказался. Я его сегодня буду возвращать. В общем, раздельный оставила. Сзади, видите, попа Coca-Cola. Он очень такой качественный. Так, это низ плавки. И верх у нас с вами топ с чашками. Можно, мне кажется, при желании их достать. Вроде сбоку должна быть история, как доставать. Нет? А, даже так? Ну ладно, будем с чашками плавать. И, в общем, такие вот шлепки. Это я в Глории заказывала, точнее, на Wildberries это раздел Глории. Классные, мне прям они понравились. На пляж ходить супер, я думаю, вот такой вот комплект будет прям огонь. Ссылочки, кстати, на все оставлю. И вот еще средства, про которые я вам не рассказывала. На Wildberries заказала вот такие вот филлеры. Flowland, вроде правильно называется, корейский бренд. Ампула-филлер для восстановления поврежденных волос. Но на самом деле они намного слабее моих ампул, самых-самых любимых от CP One. В общем, вот так они выглядят. Так что смысла на них обращать внимание я не вижу. Они дают уплотнение волоса. Но, в принципе, смысл филлеров в этом. Но CP One мне лично еще дают мягкость. Поэтому взяла на пробу. Тут 10 штук по 13 мл. Цена кусается, конечно, очень. Но я подумала, я для волос вообще ничего никогда не жалею. В принципе, мне они за это говорят спасибо. Но вот тут вот как-то я немножечко не поняла. Плотность, да, но какого-то супер ухода на силиконе тести нет. Так, спрей вот этот вот от Comfum, вроде правильно. Это двухфазник. Бюджетный такой спрей за 500 мл. Я считаю, отличная стоимость. Маска для волос. Видите, тут написано. Хотя это не маска для волос. В общем, спрей неплохой. Если попадет при распылении на пол, то будет очень-очень скользкий он. Можно переборщить, но это надо прям целый флакон, наверное, вылить. Моим волосам как бы утяжеление не придавал. Легкое расчесывание, да. Убирать пушистость, да. И, в общем, никаких у меня к нему нареканий нет. Очень похож на капус. Похож, да, но немножечко потяжелее. Так, и вот эти вот продукты. Шампунь я заказываю в первый раз от Kerasys, тоже корейский бренд, с прополисом. Очень хороший шампунь для суперсухих волос и Total Blonde.
Если у вас не Total Blonde, то вам, к сожалению, этот шампунь на следующий день сделает жирные корни. Но если у вас Total Blonde, или же вы моете голову каждый день, у вас сухие волосы, то вам эта штука однозначно понравится. Что по аромату, конечно, он может быть на лето очень навязчивый, но по аромату мне понравился. Такой, знаете, теплый согревающий косметический мед, что-то вот такое. Но промывает волосы нормально, не до скрипа. И маску я беру уже второй раз. Это Shine. Вы же видите, как мы ее использовали активно. Пол флакона, почти 500 мл. Маска для волос с прополисом. Раньше она на Белорисе стоила 900 рублей. Я ее взяла подороже. Да, 1300. Но она мне очень нравится. Я прям ее обожаю в тандеме с шампунем. Это очень классный уход за сухими поврежденными волосами, потому что вместе они дают именно салонную такую гладкость волосам, мягкость, легкое расчесывание, укладка. Просто шикарно вообще ложится волосочек к волоску. Я обожаю эти средства, поэтому смело могу рекомендовать, прям обожаю. В общем, вот такие у меня были до закупки с Валберис. Решила платье примерить сразу. В общем, оно очень коротенькое, такое свободненькое. И мне кажется, обычное такое вот классическое черное платье. Сзади вот так. Мне, в общем, нравится. Да. И вот так вот выглядит спортивная форма. Единственное, что я надела спортивный лиф, чтобы все гармонично. Ну, отлично. Мне она нравится, легенькая. Сейчас летом вот такая история. Тем более силовые тренировки. Жарко уже в штанах. Я, в общем, довольна. Еще такую, наверное, рыжую закажу. Классная. Мне прям понравилось. Видите, вот спортивный топ у меня сзади, но ничего страшного. Класс. Кстати, собралась мыть полы, и у меня спрашивали девчонки по поводу вот этой вот швабры. Я ее заказывала на Валберес и себе, и бабушке. В общем, точнее, маме, бабушке у меня такая есть. Что могу сказать? Это очень-очень крутая швабра. Мне по росту она нравится. Она с двух сторон так отжимается. И самое интересное, что она есть, у нее такая функция выжимать вот эту вот нижнюю губку, прям делать ее супер сухой. То есть для ламината это супер классно, потому что другие швабры, которые отжимаются по классике вот так наверх, тут она с двух сторон вот так сжимается, а там наверх просто вот так туда-сюда. Они хуже, потому что они не делают полностью отжим насухо. Для ламината это плохо. И, кстати говоря, всегда мою полы с помощью вот этого средства, ну как, не всегда бывает, пропускаю, но в основном. Это моющий концентрат, я его брала в Parfum Decor. Его абсолютно немного нужно, хватает надолго, то есть буквально. Вот так. Ой, много, много, много. В общем, он не дает разводы, и ламинат, ламинату точнее, придает блеск. Есть для линолеума, есть для еще каких-то поверхностей. Классное. Очень-очень мне нравится это средство. Стоило не помню сколько. То ли 100 с чем-то, то ли 200 с чем-то. Нет, по-моему, 100 с чем-то. В общем, на вопрос про швабру я вам ответила. Мне она нравится. По росту нормально. Ну, как бы не во весь рост, я 1,73 м. Вот. Сантиметра счастья. Но, тем не менее, в общем, швабра мне нравится. Вот функции вам сказала дополнительные, которые тут есть, и они делают из нее сплошные плюсы. Ну, конечно, тем, кто привык к другой швабре, к стандартной, вот это отжиму наверх, те с непривычки не поймут, но потом втянетесь. Ой, девчонки, на улице просто ад, ад. Я пока прошлась, я думала, я там просто лягу и умру. Ох, ну, жарко, короче. Как раз самое время загорать. Ну, кстати, огромное спасибо всем тем, кто посоветовал мне очень много средств от Мошек. Все почитала, совсем ознакомилась, все буду применять. И зашла в Магнит, купила кефир, в общем, сахарозаменитель. Я не пью кофе с сахаром. Без сахара мне вообще ужас, как тошнит от этого кофе. В общем, да. И сейчас вам покажу, что купила. Покупок на самом деле немного. Вот такой вот сахарозаменитель я взяла. Он был самый бюджетный. Мне многие его советовали. Тут 60 саше. Подсластитель обычный. Да. Вот этот пакет полез. Рони. Вот. Значит, его купила. Вот такие Fit Stars я взяла для того, чтобы пить чаем.
чай пить с этими штуками. Это хлебцы рисовые, цельнозерновые, с пророшенными зернами, карамель. Они были по акции. Также мой любимый кефир по акции. Это коровка из Кореновки. В общем, 2,5%. Две штучки вот взяла. И сок добрый по 159 рублей апельсин. Все, вот такие небольшие были покупки.